Я здесь раньше бегал как-то. Не на всех водоемах, конечно, здесь была рыба, карась клевал, но на одном был карась. Вот. А на остальных щука, окунь. Вот. Но они были заросшие, вообще не подойти было к ним. Ну, мне понравилось, так и вода про это, как родниковые, ключи бьют. И щука живет, окунь живет, и плотва есть, все живет. Вот решил посоветоваться с рыбниками. Поговорили, даже приезжали сюда, посмотрели. Вот, что решили, что можно выращивать и карпа здесь. Бывшие карьеры давно уже не существующего кирпичного завода на окраине Старой Руссы. Глину здесь закончили добывать несколько десятилетий назад. Никакой рекультивации разработок, само собой, не проводили. Карьеры наполнились водой и дикой ихтиофауной. Высокие берега заросли кустами, низины заболотились. Все изменилось в 2011 году, когда этот участок приобрел Павел Дубский, подпрудовое хозяйство. Расчистил заросли, в низинах выкопал небольшие мелкие водоемы для метания икры и выращивания мальков. Из больших карьеров выловил большую часть хищных щук и окуней, а запустил туда карпа, карася и линя. Рыбу, которую он сам, в принципе, не ест. Ну, молодого судачка могу вот, жареного поесть, вот, не крупного. Ну, котлеты так себе тоже могу рыбные поесть. Вот карп-карась мне почему не нравится, у меня там, например, дочка любит. А мне не нравится, ну, за то, что он сладкий. Вот эта сладость мне не нравится. А некоторые люди, наоборот, вот любят. У меня дочка, я говорю, любит карпа. А лещ? Лещ нравится только минимум килограмма на 3. Ну и то, и только ильменский. Остальные лещи нет. А что, а чем отличаются? Я даже не знаю, чем они отличаются, но они совсем другие и по вкусу, и по всему. Наша ильменская рыба намного вкуснее, чем любая другая из другого озера. Павел Дубский не самый большой любитель рыбных блюд. Он любит рыбалку. Для него это главное развлечение в жизни и основная работа. У Павла свои рыболовецкие бригады в Устрике. Он сам ходит по Ильменю в сплавных двойках, но гораздо интереснее ему сидеть с удочкой на берегу. Я, наверное, как только на ноги встал, узнал, что такое удочка, так и бегал с ней везде. И до сих пор бегаю. Сначала по арыкам, потом... Да, да. Ну, я родился в Узбекистане, я там все арыки облазил. Это уже сюда я приехал, сколько мне было, 15 лет вроде бы. Вот сюда приехал. А здесь еще больше воды? Да, здесь очень много воды. Долго я бегал все. Сначала помельче рыбу, конечно, ловил. Потом уже неинтересно стало. Я ее крупную уже, в любой луже крупную вытаскивал. Ее тоже так же, как и не простую эту рыбу. Вот что у нас клюет хорошо. Любую дикую рыбу можно также ловить, очень много ее. Только ее просто кормить надо, приходить вовремя. Вот я на простой маленькой речушке ловил килограммовых язей за утро, за 2 часа, по 2 ведра каждый день, килограммовый язь. По колено воды. Ну, собирал я его каждое утро, приезжал в 5 часов утра, кидал кормов и уезжал. И так неделю, а то и 2. А потом приезжаешь, там рыба просто тебя ждет, когда ты ей будешь кидать корма. Последние 6 лет порыбачить на новгородских реках Павлу удается нечасто. Почти все свободное время забирают пруды. Хозяйство хлопотное, к тому же начинал он практически с нуля, хотя сами по себе водоемы изначально были неплохие. Дно не заболоченное, дно твердое, и с ним будет легко работать. То есть нет там 10 метров ила какого-то? Нету вообще ила. Чистое дно. И кола не вбить. Ну, местами так, в уголках, где там ряска растет, есть немножко ила. А так, основное, там, чистые пруды. Еще один плюс карьеров – их рельеф. В каждом из 3 больших водоемов есть мелководные участки и глубокие ямы, в которых рыба собирается на зимовку. Хватает обитателям прудов и столь необходимого им кислорода, по крайней мере, летом.
Зимой мы сами, конечно, подаем кислород аэраторами, ну, потому что рыбы много, им так не справиться все равно. Кислорода маловато зимой. Аэраторами подаем. Чтобы заморов не было. Да. А раньше были заморы, да? Раньше здесь до нас были заморы. Мы как раз вот перед этим, когда последний год было здесь, перед нашим приходом, на некоторых водоемах были заморы. Щука, окунь по берегам лежали. Сейчас мы уже в каждый пруд, в водоем, все везде мы подаем кислород. Без разницы какой он, маленький, большой, глубокий, неглубокий. В любом случае подаем. Даже если, может быть, и рыбе хватает кислорода, мы все равно подаем кислород, чтобы никакого не было замора. Сколько точно находится рыба в водоемах, Павел не знает. Прудовое хозяйство в полном объеме еще не налажено. Нет целого комплекса гидротехнических сооружений, каналов, трубопроводов, спусков, затворов. Воду перекачивают насосами, малька носят ведрами, а для облова применяют смекалку. На данный момент у нас только, если захотеть почти всю рыбу выловить, у нас только это зимой получается. Вот. Мы аэраторами подаем кислород в каждый водоем, вот, и получается, размывается майна, полынья. Ну, она такая 10 на 10, 15 на 15 метров. Вот рыба скапливается возле этого аэратора со всего водоема. Ну и можно ее вот таким методом выловить, и перед оттепелью выключить этот аэратор. Она начнет задыхаться и выйдет наверх. Ее можно отловить то, что тебе надо. Остальное мы назад выпускаем и снова включаем аэратор. Летом вот мы, я говорю, мы не ловим вообще, только если удильщики. Вот. А весна, осень ловим. Ловим сетями, если надо. Сети тоже он быстро попадает. То есть ставите сетки просто? Да. Ну, нужный калибр, нужную ячью. И как уловы? Ну, по-разному бывает. Если гуляет, бывает в сетку в одну попадает за 10 минут по 100 килограмм. Ну, бывает в камышах сидит, бывает выгонять приходится. Рекордная рыбина, которую здесь поймали? 10500. Это вот была нынче, вот это зимой у нас была поймана. А удильщиками была поймана на 6. Это на удочке. Ну а вот так вот, если самое крупное, пока 10500. Летом спрос на карпа ничуть не меньше, но Павел принципиально его не добывает, чтобы не мешать удильщикам. С самого начала у его прудов было двойное назначение – выращивание товарной рыбы для населения и платная рыбалка. На данный момент для нее доступны два водоема. В третьем пока еще рыба не подросла до нужного размера. На каждую рыбу своя удочка, на каждый водоем по отдельности. Один водоем у нас для, в основном для детей, там чуть помельче рыба, до килограмма, ну, и много карася, он всегда хорошо клюет и шума не боится. Вот, удочки помягче такие, а которые на другие водоемы покрупнее рыба, у нас пожестче удочки, уже на карпа, на серьезного. Можно, конечно, приезжать и со своими удочками, но не факт, что что-нибудь на них поймаешь. На местных снастях нужно только отрегулировать глубину, вся рыба здесь донная, и на поверхности ее ловить бессмысленно. А вот поплавок, например, уже огружен как следует, в соответствии с предпочтениями прудовой рыбы. Она чувствует его, ей тяжеловато его притопить. Его правильно огрузить надо. Не каждый поплавок тоже же приспособлен для каждой рыбы отдельно. Помягче огружаешь, и чтобы рыба не чувствовала. Ну, по поклевкам даже видно, что когда... Если плохо огружен поплавок, рыба раз дернет, два, и все, и отойдет. Здесь вроде бы рыбы много, а не у каждого рыбака получается и ловить ее. Ну, подсказываем, объясняем, и все равно научим, и ловят. Рыба-то по-разному, везде же нас это в водоемах ведет себя. Где-то просто даже
все удильщики, конечно, многие спрашивают, а где получше клюет? Конечно, мы знаем, где получше клюет, где похуже клюет. Ну, тут имеется в виду, рыба же тоже места-то любит свои. Где помельче, где поглубже. И в каждый сезон тоже по-разному. Где-то бывает летом и на глубине даже хорошо клюет. И на 5 метрах можно ловить. По-разному. И, конечно, удильщикам подсказываем, где как чего можно поймать. Компания отдыхающих возвращается с утренней рыбалки на самом большом из прудов, где водятся крупные экземпляры. Клев сегодня был неплохой. Часть рыбы выпустили, часть выкупили и забрали с собой. Заодно приобрели у хозяина немного мелочи, чтобы запустить в пруд на даче, в том числе зеркального карпа. В этом году зарыбили зеркального карпа. Своего малька вывели. Ну, он сейчас пока что тоже такой же размер. К осени будет килограммовые. Вот. В северном пруду, который сам хозяин называет детский, умелому рыбаку даже может стать скучно от богатой поклевки. Опытный Павел, например, вытаскивает карасей одного за другим. Чтобы появился хоть какой-то интерес, он ставит перед собой цель – вытащить карпа. На это ему потребовалось менее 15 минут. Вот. К осени такой будет у нас 1,5 килограмма вырастет. Сейчас этот, ну, где-то 500 грамм плюс-минус. На свободу пошел. Вся рыба в хозяйстве растет довольно быстро, с учетом наших северных широт. Потому что кормят ее хорошо. Здесь, правда, тоже нужна мера. Лишние корма в водоемах не нужны, да и стоят они недешево. Здесь все под наблюдением должно быть. Каждую неделю, каждый пруд я облавливаю. И даже и мальков также. С удочкой хожу. Каждый день хожу на какой-нибудь водоем. Ну, полчаса уделяю. Ну, час, может быть, по-разному. Вот. Уделяю, смотрю, по несколько надо рыбин поймать, ну, с десяток, 20 штук. И посмотреть их размер, как они питаются, вот. Прибавить им, не прибавить. И вот так вот каждый день смотрю, в какой водоем прибавить кормов, где-то не надо прибавлять. Вот все тут таким методом. Заброшенных карьеров в нашей области хватает, но мало кто решается создать на них что-то полезное и нужное людям. Для Павла Дубского его проект не только бизнес. Собственно говоря, больших денег он навряд ли принесет. К тому же затраты на развитие довольно серьезные. Сделать все быстро не получается, но работа ведется, и останавливаться старорусский рыбовод не собирается. Ну, это такой проект, он долгосрочный, как бы. Все равно буду потихонечку расширять, все равно... Я как бы не останавливаюсь, чтобы там сделал. Буду по возможности дальше буду расширять. Есть тут, в принципе, у нас еще прям сразу за забором тоже заболоченные места, которые я еще не взял, которые никому не нужны. Нужно их и дальше разговаривать с администрацией, и дальше работать. И я такой человек, что мне не надо там вот сделал, там и потом деньги получаю, сиди там. Не, я буду все равно буду вкладывать, расширяться до самого последнего.